забыл, как называется. Существуют такие вот аналоги прикольные. Вот так вот. Вот. Такая тема. Ликерчик наш. Пахнет просто шедевр. Ребята, это просто гениально. Это просто чарующе. Попробуем. Бомбично слонит, друзья, бомбично. Бомба. Просто бомба. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале «Свой среди своих», и я свой. И вот сегодня мы приготовим такой замечательный кофейно-сливочный ликер. Мне кажется, очень понравится женской половине, и в том числе, возможно, даже понравится не только женщинам, но и мужчинам, любителям сладенького. Вот, но прежде чем мы начнем готовить, я хотел бы вас попросить, если вы не подписаны, подпишитесь обязательно на канал. Если вы подписаны, поставьте лайк или дизлайк, в зависимости от того, насколько вам понравится наше видео. Ну а мы тем временем начинаем. Итак, берем тару для того, чтобы нам это все более-менее так перемешивать. Заливаем сгущеночку. Сгущенке нам понадобится одна баночка, содержимостью 350 грамм. Так, залили баночку. Так, берем это у нас получается разбавленная самогоночка. Чуть-чуть споласкиваем нашу баночку. Вот таким вот образом. Так, сполоснули баночку, залили. Теперь берем один желток яичный туда же и 1,5 грамма ванилечки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, теперь сюда же добавляем столовую ложечку кофе. Все это перемешиваем. Теперь добавляем еще чуть-чуть. В общей сложности используем, друзья, 0,5. Вот это я просто все делал для того, чтобы просто оно прошло у нас мягко в бутылочку через лейку. Вот, примерно до такого состояния довели. Переливаем все в бутылочку. Споласкиваем тару водочкой. Самогончиком, либо спиртиком. Наливаем нашу оставшуюся самогоночку. Закрываем теперь емкость крышечкой. И теперь, друзья, очень-очень-очень тщательно и долго и нудно перемешиваем. Вот, теперь ставим в холодильник на 3 часа и буквально через 3 часа готово к употреблению. Хранить также в холодильнике. Вот. Ну и в принципе, в целом, вот такой замечательный ликер у нас будет готов. С вами был Свой. Пока.